Здравствуйте, в студии Александр Кашапов, и сегодня мы поднимем тему зависимости от фастфуда и фармацевтических препаратов. Когда мы говорим о зависимости, мы подразумеваем не только чрезмерное употребление данной продукции, но и неадекватное предпочтение ее другой, более дешевой и полезной. В первой части программы мы обсудим социологический аспект, психологический, то есть почему люди, прекрасно зная о вреде фастфуда и малой эффективности широко рекламируемых препаратов, все равно потребляют полуфабрикаты и сметают в аптеках странные витамины. Во второй части мы копнем глубже и выясним, нет ли здесь физиологической зависимости. Не подмешивают ли в фастфуд и фармацевтику добавки, которые привязывают к себе организм человека. Забегая вперед, сразу заявим, что в любом случае доминирующим аспектом является экономический закон двух сообщающихся сосудов. Первый – это прибыль и сверхприбыль корпораций, и второй – кошельки потребителей, опустошающиеся. Однако мало изобличить, нужно еще сказать о том, что делать. Мы расскажем о рецептах для желающих соскочить с иглы фастфуда и ненужных, точнее, необязательных лекарств, тем более, что с английского «drug» переводится как «лекарство» и как «наркотик». Наши контакты, телефон 65 10 99 6, ну, код Москвы 495, сайт Finam.fm, можете задавать вопросы как впрямую по телефону, так и через портал. И социологический момент мы обсудим с профильным экспертом. Это директор некоммерческого партнерства «Центр социальной экономики» Давид Мелик-Гусейнов. Давид, добрый день. Добрый день. Забегая вперед, спрошу, хорошо ли вы поели сегодня с утра? И правда ли то, что завтрак — самая важная еда? Чем мы, собственно, злоупотребляем? Точнее, не следуем этому совету. Ну, открою тогда секрет. Да, хорошо поел. Именно завтрак всегда очень плотный, всегда очень насыщен и белками, и углеводами. Но после завтрака начинает кривая углеводов падать вниз. И я про себя просто говорю. Мой рацион состоит из 5 приемов пищи. До 12 часов в 2 раза сокращаю углеводы по сравнению к тому, что было с завтраком. В 15 часов их практически уже нет. И остаются только белковая пища, вот, что заставляет меня хорошо себя чувствовать, ну и вести здоровый образ жизни. Поэтому... Мы не зря эту разминку включили, вот, режим дня Давида. Дело в том, что одно дело, когда журналист копается в теме и не всегда захватывает глубинную суть вещей, но делает конкретные выводы и громкие заявления. И другой момент, когда за дело берутся профессионалы. Давид, так ли страшен черт, как я его молю? Можно ли говорить о зависимости людей от полуфабрикатов и странных лекарственных препаратов? Или потребитель может контролировать свою привязанность к ним и, соответственно, расходы на них? Таких, как вы, которые четко распределяют то и как, и сколько питаться в течение дня, немного. Соответственно, немного и тех, кто и контролирует расходы на это. Ну, зависимость есть, и она порождена нашей ленью. Лень, человеческая элементарная лень, вести здоровый образ жизни, думать, правильно читать, контролировать, да, знать что-либо. Как вот, допустим, курильщики, они же вот курят, это тоже зависимость, да, но когда попадает курильщик в онкодиспансер и видит больных раком легкого, в каких ужасных страданиях они находятся, то подавляющее большинство, я вас уверяю, людей, которые курят, отказываются от этой привычки. То же самое временно. И... Временно? Ну нет, даже навсегда бросают. То же самое и в продуктовом и фармацевтическом мире. Мы, к сожалению, употребляем все, что нам легко дается, все, что красивое, пестрое, вкусное, там, запахом корицы, красиво представлено. Еда со вкусом еды. Еда со вкусом еды, аппетитно все это выглядит. Конечно, это все порождает определенную зависимость. Но как только человек понимает, что его организм перестает быть таким, каким он был там год, 5-10 лет назад, как только появляется большой букет всевозможных сопутствующих заболеваний, в частности, сахарный диабет. Ведь сегодня мы бесконтрольно употребляем соль. Мы сегодня практически не контролируем ежедневный прием сладкого, сахара, продуктов, где содержится сахар. И если вот сегодня, по оценкам экспертов в России, примерно 6% больных сахарным диабетом, то через 10 лет их будет 15% больных от всей популяции нашей страны. Только потому, что мы не контролируем то, что мы едим. А сахарный диабет — это инсульты, это инфаркты, это диабетическая стопа, это всевозможные другие проблемы, потеря зрения. Проблема в личной жизни. Ну, в личной это само собой, трудоустройство. Поэтому надо задумываться о том, что мы употребляем вовнутрь. Не случайно в Америке есть такая организация, FDA называется, Food Drug Administration, которая является неким валидатором того, что человек употребляет вовнутрь.
Это еда, это лекарственные препараты, это нутрицептики и так далее. Это несмотря на то, что Америка занимает первое место по числу, ну, в общем, самая жирная нация, по числу людей с ожирением. Так, это так, но давайте сравним продолжительность жизни людей в Америке и в России. Да, у них, простите, жирная нация, но они живут на 10 лет дольше, чем россияне. А мы мало того, что полнеем активно, быстро набираем вес, так мы еще не контролируем себя, не проводим диспансеризацию, профилактические осмотры, и это проблема порождает еще больше проблем. Дело в том, что в дальнейшем эти люди, которые не устроены в системе здравоохранения, которые не проходят спонсоризацию, они потом ложатся тяжким бременем на нашу систему. То есть нужно платить в 2-3 раза дороже, чтобы этих людей вылечить или как-то поддерживать в нормальном состоянии при хронических заболеваниях. Платить пособие по безработице, потому что они, опять же, не могут устроиться из-за своего лишнего веса, из-за массы требований работодателей. А я еще скажу крамольные вещи. На самом деле, ведь через 10-15 лет у нас население старшего возраста, то есть старше 45 лет, будет составлять доминирующее количество от всей популяции. Дело в том, что сейчас мы спускаемся в демографическую яму 90-х. Россия. Россия, да. Демографическая яма 90-х. То есть детей молодых, которые смогут воспроизвести себе подобных, рожденных в 90-м, в 95-м, в 2000-м годах, этих детей нет. Их в 2-3 раза меньше, чем нашего с вами поколения. Поэтому население будет стареть, население будет приобретать все больше и больше болячек, больше будет зависимость от различных пороков, и надо что-то делать на государственном уровне. Должна быть полноценная национальная программа по спасению нашего населения. То есть в данный момент никакого либерализма, никакого дозволения, вседозвольности в употреблении якобы разрешенных препаратов. Ну, конечно, никто не стоит со свечой, да, и не контролирует там, что человек съел. Конечно, это прерогатива каждого, решение каждого, но должна быть, вот очень люблю это слово, хоть оно пришло из советских времен, пропаганда. Пропаганда здорового образа жизни. Не логотип какого-нибудь федерального проекта на экране телевизора, что вот есть такой проект, а это должно быть полноценное государственное влияние на здоровый образ жизни. ЕГЭ по физкультуре. ЕГЭ по физкультуре, но это одна из опций, да. Хотя к ЕГЭ отдельный разговор, конечно, отдельно можно относиться. В корпорациях определенный образ жизни, да, здоровый образ жизни. В детских садах, в школах, в санаториях, в больницах в тех же самых, да, ведь как вот сегодня лечат в больницах наших людей, да, препараты какие-то самые необходимые закупают, но что касается питания в больницах, это ведь большая проблема. Люди, ну да, там... На самотек пускают больных, большинство, ну, да, пусть вам несут ваши близкие, да. А они, как правило, несут то, чем порадовать болеющего человека. А это 50% успеха выздоровления, хорошее качественное питание. Я бы сказал больше, мне кажется, все 100. Все, ну, 100, помимо того, ведь вы же не зря начали разговор о том, что скажи мне, кто ты, скажи мне, что ты ешь, я скажу, кто ты, и я скажу, чем ты будешь болеть. Соответственно, если копать глубже в истоки причин наших болезней, в истоки причин трат на оздоровление в глобальном масштабе, как раз вот кроется именно вот в этих, казалось бы, далеких вещах, как употребление пищи с самого раннего возраста. Зависимость прямая. Вот, допустим, люди, которые не употребляют клетчатку в рационе, это вот зелень и все, что с этим связано. Бананы. У них, да, у них предрасположенность к раку прямой кишки. И это уже доказано наукой, да. Нужно есть как можно разнообразные продукты, но по чуть-чуть. И дробить питание свое на 5-6 раз в течение дня. Мы в следующей четверти обсудим, почему люди, несмотря на то, что они все это знают, несмотря на то, что они видят эти побочные эффекты, продолжают употреблять то, что им нежелательно употреблять. А сейчас мы прервемся на небольшой новостной блок. В студии Александр Кашапов. Здравствуйте, те, кто только что к нам присоединились. Напомню, что наш гость — это Давид Мелегусейнов, директор некоммерческого партнерства «Центр социальной экономики». Наш телефон 65 10 99 6, по последним цифрам нашей частоты Финам-ФМ, код Москвы 495, ну и сайт Финам-ФМ, если недоступен каким-то образом для вас. Телефон, телефонная связь, пожалуйста, пишите все, что думаете, все, что формулируете, к нам на сайт. И, кстати, вопрос слушателям, если хотите, присоединяйтесь к нам, к нашей беседе. Считаете ли вы, что каждый день вы, употребляя фастфуд и покупая необдуманно какие-то препараты, о которых знаете только по рекламе, считаете ли вы, что это страшно, или считаете, что это не страшно, что плохого вам реклама не посоветует и плохого Макдональдс не приготовит? Звоните, также звоните те, у кого есть рецепты соскочить с иглы фастфуда и
с пристрастием к непонятным и странным витаминам и препаратам. Сейчас хотелось бы рассказать эту историю. Не зря я заговорил о том, что люди все думают, что их это не коснется, им это не страшно. Ну, можно иногда употребить немножечко гамбургеров, картошечки фри, большого такого коктейльчика. Уж в молочном коктейле Макдональдс точно никакого вреда нет. Хотя мы об этом еще скажем в конце программы. Какой вред в, казалось бы, безвредном молочном коктейле Макдональдс. И если мы возьмем торговый центр любой части города и фудкорт, то есть зону, где расположены филиалы тех или иных, скажем так, сетей быстрого питания или небыстрого питания, то самая большая очередь где? Макдональдс, конечно. Макдональдс. Там одна-две с бара, 2-3 человека, какая-нибудь обжорка, еще парочка человек где-нибудь, какие-нибудь елки-палки. Крошка-картошка. Крошка-картошка, может быть, 5 человек, кстати, да, быстро все готовится и тоже кажется безвредным. Вот этот вот большой картофель кажется безвредным. Но в Макдональдсе всегда 15-20 человек. Люди не успевают махать свободной кассы, тут же человек: картошка, вкусно, картофель фри, молочный коктейль. Вот, и все равно люди же умные. Люди заканчивают институты. Мало того, что заканчивают полное среднее образование в школах. Люди читают, люди пишут. То есть аналитическое мышление у большинства, как бы это ни казалось странным, оно развито и присутствует. Тем не менее, зная вот этот весь негативные последствия от этих препаратов и продуктов, несмотря на огромный информационный фонд против фастфуда и рекламируемых лекарств, все равно выстраивается очередь в кафе типа Макдональдс. И в аптеках покупают только то, что знают по рекламе. Как с этим быть? Как это можно объяснить, этот парадокс? Ну, про питание скажу так. Есть пирамида Маслоу, и в этой пирамиде Маслоу нижняя часть — это наши базовые потребности в еде, простите, в сексе и в каких-то других базовых, может быть, примитивных. Агрессия? Дать кому-нибудь? Да, вот мы в первую очередь хотим эти потребности удовлетворить, и неважно, там у нас высшее образование или 3 высших образования. Вот первые потребности, их нужно здесь и сейчас удовлетворить. То есть от IQ не зависит? Ну, в меньшей степени. Что касается лекарств, то здесь, на мой взгляд, гораздо проще все можно сделать. И во все страны, даже наши бывшие коллеги по Советскому Союзу, страны Прибалтики, это уже сделали. Там в безрецептурном отпуске всего 10-15 наименований. Все остальное отпускается по рецепту. Причем по рецепту в большей степени бесплатно. Человек, придя к врачу, получает рецепт, приходит с рецептом в аптеку и отоваривает этот рецепт лекарственным препаратом, тем самым получает нужный препарат в необходимое время и получает определенный эффект. Там безрецептурной продукции очень мало. У нас половина рынка — это безрецептурные препараты. Нигде в мире вы не найдете иммуномодуляторы. Их нет. Это только российские препараты. Пробиотики в количестве, вот в том, к которому они у нас обращаются, и в статусе лекарственных препаратов. Они есть, но это там продукты питания, это биологически активные добавки, но это не лекарственные препараты. У нас же это лекарственные средства. Эссенциальные фосфолипиды, гепатопротект. Все это исключительно российская действительность. И понятно, что предприниматели от фармации, от продуктового рынка, они очень активно изучают потребительский спрос. Если человеку нужно вылечиться здесь и сейчас, приняв одну таблетку и уверовать в том, что это панацея от всех бед, эта таблетка будет на аптечной полке. Если ему нужно насытиться срочным образом этими наггетсами, молочными коктейлями, значит, здесь будет построен фастфуд какой-то, и к нему будет незарастающая тропа. Я, кстати, вот работаю на Ленинском проспекте, у меня офис, и прямо перед окнами стоит этот вот пресловутый Макдональдс, наверное, один из крупнейших Макдональдсов. Буква М похожа на, да, Мефистофель. Я искренне удивлен, как вот к МакАвто подъезжают лакшери машины, Мерседесы, Лексусы, там, Тойоты. И, зависимость? И забирают там целыми такими пакетами эту еду. У нас Вадим на линии, если позволите. Алло, Вадим? Здравствуйте. Добрый день. Да, вот я так понимаю, вы хотите защитить фастфуд, и я так понимаю, вы хотите рассказать о том, что уж вы-то не зависите от этого. Вы знаете, если брать футбольную терминологию, то я, пожалуй, не столько защитник, сколько нападающий. На кого нападать будете? На нас? Вопрос такого рода. Рассматривает ли ваш гость вот то, что он говорит, само по себе или с образом жизни человека? На мой взгляд, очень было бы правильно рассматривать питание, с одной стороны, с степенью гиподинамии,
и ее отсутствием. И второе, с наличием количества стрессов. Причем каких именно стрессов? Острых или хронических? Потому что хронические стрессы – это очень плохо. Наша жизнь, к сожалению, очень часто возвращается к нашей биологической сути. Той самой сути, которая заложена у нас в генотипе. Я правильно понимаю, Вадим? Вадим, мы просто заедаем свои стрессы. Запиваем, заедаем, закуриваем. И не только запиваем, заедаем, закуриваем, мы просто не умеем от них освобождаться без лекарств. И кроме как невкусной еды. Очень правильный комментарий. Спасибо вам большое за него. Вадим. Опять-таки, давайте перенесемся через океан в ту же самую пресловутую Америку. Специальность номер один — это психолог. Семейный психолог. И там нет человека, который бы не обратился бы хотя бы раз в жизни к психологу за какой-то помощи. Снять стресс. Действительно, чем быстрее живет общество, чем оно более коммуникационно емко, тем больше возникает таких вот мини-стрессов, а бывают и макси-стрессы, допустим, человек потерял работу, либо у него какие-то проблемы в семье. С кем можно пообщаться? С другом? Да друг не поймет. Там, с коллегой по работе? Будет его заклюют, и еще с работы могут выгнать. Поэтому вот института психолога сегодня в России, ну, в Москве кое-как этот рынок сегодня услуг развивается, а по большому счету его нет. То есть мы не приучаем себя к тому, чтобы не заедать стрессы, не запивать стресса, а именно лечить наши стрессы, наши проблемы другими способами. Спорт, может быть, какое-то развлечение, там, искусство, опять же, общение с психологом, поискал телефон, горячая служба, консультация. Согласен. Я очень удивлен бываю, когда там какие-то мои знакомые, знакомых собирают, допустим, детский день рождения в Макдональдсе, да, празднуют. Ну, я прекрасно понимаю бюджетность таких вот детских тусовок. Кстати, насчет бюджетности. Но, тем не менее, ну, дети не приходят, чтобы поесть, дети приходят, чтобы пообщаться, а мы наши стрессы пытаемся еще культивировать в сознании наших детей, подрастающего поколения, показываем определенный негатив, пример. На мой взгляд, с этим нужно что-то делать, но, наверное, в том числе при помощи вот и вашей программы, и других программ, но должна быть полноценная национальная политика. И должно быть ведомство, которое отвечает за охрану здоровья. Не за лечение, как сегодня отвечает в большей степени Минздрав, когда уже поздно пить боржоми, когда уже нужно лечить, да. А, кстати, боржоми это тоже один из продуктов. Сколько? Да, который... 6-й год? Почти 8 лет нам запрещали его в поставке. А именно за охрану здоровья. И это пропаганда здорового образа жизни, это спорт, это правильное питание, это вовремя обратиться к какому-то врачу для тех или иных советов, манипуляций диагностических и так далее. Вот у нас сейчас контрпропаганда, в данном случае странных препаратов и фастфуда. Ну, то, что сегодня происходит на фармацевтическом рынке в плане рекламы препаратов... Там лобби. Это лобби, да. Как, в принципе, лобби есть в алкогольном рынке, в табачном сегменте. Ну, бизнес можно понять, они пытаются заработать. Но что на этом фоне делает государство? Государство, к сожалению, не успевает. Я вам скажу, что делает государство. Говорите. Так, вот я сейчас бумаги тут перелистываю, а государство... Так. Ну, купюры перелистывает, купюры. Все, поле, шуршите. Лобби. Мы же не зря заявили о лобби. Мы сейчас, пособственно, называя компании, хотя кроме Макдональдса мы никого не назвали... Мы наступаем на коммерческие интересы. На самом деле в Макдональдсе есть очень много хорошей продукции. Да ладно? Конечно, да ладно? Да. Ну-ка расскажите, Давид Мелигусейнов. Я уверен, что Макдональдс абсолютно вреден. На есть все 100%. Салаты всевозможные. Есть ГМ. Ну, давайте про ГМ. Где ГМа нет сегодня, да? В любом магазине. Вы разбиваете мое сердце и сердце тех, кто все-таки верит в здоровый образ жизни и здоровые салаты. Не переживайте. Я думаю, что наши радиослушатели, они достаточно интеллектуальные, контингент у вашей радиостанции, они делают правильные выводы. Но, уважаемые друзья, вот кто сейчас слушает этот эфир, убедительная просьба все-таки подумать, если хотя бы не о своем здоровье, хотя, наверное, это должно быть первоочередное, что вы должны думать, о чем вы должны думать ежедневно, хотя бы о здоровье своих близких, своих детей. Правильный рацион,
правильная, подобранная диета в случае, если есть какие-то противопоказания или какие-то хронические заболевания. Вот. И, ну, не надо вот ситуации, что, ну, давайте вот мы сегодня побалуем наших детей и отвезем их в крошку-картошку или в Ростикс какую-нибудь, купим им что-нибудь быстренькое, вкусненькое. Вот, по-моему, вот этот главный мотив, а о нем мы поговорим еще в следующих этапах нашей программы. Это во второй половине у нас будет эксперт по похудению. Через несколько секунд на радио Финам-ФМ на частоте 99,6. Здравствуйте, мы продолжаем задаваться вопросами, почему лекарств все больше, а болеющих и болезней не становится меньше, и почему провозглашается здоровая пища в кафе-фастфудах, однако люди не стройнеют, а только полнеют. Меня зовут Александр Кашапов, а в гостях у нас директор некоммерческого партнерства Центр социальной экономики Давид Мелегусейнов. И у нас на связи, правда, по телефону, присоединяется к нашей беседе медицинский психолог, генеральный директор клиники похудения Елена Морозова, собственно, Елена Морозова. Елена, здравствуйте. Добрый день. Вот, хотелось бы к вам, как человеку, который, собственно, потратит и тратит свою жизнь на то, чтобы люди занимались прежде всего здоровым образом жизни, чтобы проживали свою жизнь не зря, чтобы не было мучительно больно за всякие там ушибы, ссадины и хронические последствия. Почему и как заставить людей отказаться от фастфуда и заняться вот именно изучением предложений, предложений, которые влияют на здоровье, не ухудшая его? Я очень внимательно слушала ваш диалог с Давидом и хотела бы внести определенного рода комментарии. Давид очень много говорил о пропаганде и совершенно правильно говорил, совершенно справедливо говорил. Но хочу обратить наше внимание о том, что пропаганда — это государственный ресурс. А реклама того же фастфуда, тех же биологически активных добавок или тех препаратов, включая гормональные, которые запрещены в европейском сообществе и разрешены у нас в стране, это коммерческие деньги. То есть деньги совершенно разные. То есть вливания, которые идут с разных структур, из коммерческих организаций, либо государственных ресурсов, они не равны между собой. И поэтому пропаганда в данном случае, к сожалению, очень сильно проигрывает. Но это не отключает и не исключает возможность самого человека, потребителя, вступать в эту, да, в эту гонку и, кстати, принять сторону либо зла, либо добра. И что для себя определить, что для него добро, что есть зло. Вот в связи с этим, кстати, Давид, можете вот через минутку присоединиться к этому после моей истории. В связи с этим хотелось бы вот рассказать по поводу того, почему у нас так хорошо и интересно продается препарат, который рекламируется, и люди не хотят об этом думать. Мы сами в этом виноваты, потребители. Мы сами опустошаем свой кошелек и наполняем кошельки корпораций благодаря тому, что, например, вот в аптеках мы провизора, то есть человека, консультанта по, ну, давайте будем говорить так, просто продавца препаратов, мы делаем его терапевтом. Мы к нему подходим и говорим: вот что-то у нас заболело, зазудело, у нас скрутило, посоветуйте нам что-нибудь. И он, не имея перед глазами ни истории болезни, ни отсылая вас ни в какие, ни на анализы, ни в какие кабинеты к другим специалистам, он вам: а вот вам бутылек, а вот вам капельки. Ну, это капельки, плохой провизор. А вот это вам... очень плохой провизор, они такие не должны оставаться в профессии. То есть мы сами на самом деле... У меня самого диплом провизора, второе образование. К сожалению, таких провизоров большинство. Вот я не согласен здесь, не согласен, что их большинство. Все-таки люди, которые получили это образование, которые одели белый халат и, ну, знают предмет, фармакологию, да, знают дело фармацевтическое, вот они все-таки стараются быть очень комплаентными к тем потребителям, которые приходят и пытаются купить тот или иной препарат без рецепта. К сожалению, сегодня опять народ же, не да. идет к врачу. Да, и да. здесь не проблема в провизоре. А не отпустит этот без рецепта, отпустит другой через дверь в соседней аптеке. Нет у нас института качественного ведения пациента. Пациент не идет к врачу, потому что это Хорошо. Очереди, потому что это постоянный стресс, который нужно потом после этого заесть. Вот. И цепочка, она со всех, во всех звеньях она порвана.
Поэтому я и говорю, давайте хотя бы перейдем к полноценному лекарственному обеспечению. У нас сегодня 70% рынка лекарств — это лекарства, купленные за наши с вами деньги. Вот мы достаем из кошелька деньги и платим в аптеке. Так быть не может. Так цивилизованные страны не живут. В той же самой Франции, Германии, Японии, США... 90% средств — это средства страховой организации, страхового фонда, либо государства. И отпускается только то, что нужно пациенту. И даже в таких условиях там очень много всевозможных очень ошибок контроль, и неправильных назначений. У них эта статистика есть, а у нас даже такой статистики нет, не говоря уже о такой схеме лекобеспечения. Елена, а вам вопрос. Есть шанс спасти кошельки граждан России от опустошения и лишнего веса? Ну, на самом деле вопрос, простите, риторический, потому что он должен решаться на государственном уровне. Uh-huh. А от моего мнения, слава богу, может быть, что-то и зависит, но не кардинально. Поскольку диспансеризация – это профилактика. А препараты, большинство БАДов распространяются сейчас врачами. И бабушка, пришедшая после инфаркта к врачу, вдруг сталкивается с тем, что ей продают, доктор продает биологически активную добавку, которая абсолютно бесполезна после инфаркта, но здорово опустошает кошелек этой бабушки классно обогащает того же врача, который этим занимается. То есть у нас врач — это некий драг-дилер, драг от слова лекарства. Абсолютно верно, абсолютно верно. Ну, БАДы, так, ну а по питанию... БАДы вообще врачи не должны выписывать и рекомендовать. Есть соответствующие специалисты, диетологи, которые могут этим заниматься. Мы говорим с вами не о том, как должно быть, а о том, как есть. Как происходит, сейчас, я согласен, что такие ситуации бывают. И с точки зрения снятия стресса, вот психологическая помощь, которая по сути в России, о чем уже звучало, нет. Это правда, у нас нет культуры обращения к психологу, к психотерапевту. Все считают, что психиатр лечит сумасшедших. И что психолог вообще ничего не понимает, поэтому проще съесть тортик с подружкой и обсудить вообще все свои проблемы. В этом, так сказать, есть и сутевая вот эта вот проблема, которая сейчас не приведет к вот этому мощному институту психологов сразу. Мы не говорим о том, что она не приведет впоследствии. Мы говорим о том, что это не произойдет сразу и по мановению волшебной палочки. Поскольку получается, что человек должен осознавать, что любая еда в чрезмерности, любая, даже очень полезная, с клетчаткой, с витаминами, но когда человек ее ест больше, чем он тратит энергии, она приносит разрушение его собственному организму. Соответственно, продукт, какой бы он плохой ни был, если мы стараемся его употреблять по минимуму, в очень крайних, необходимых ситуациях... Совершенно правильно. Организм человека – это самовосстанавливающаяся система. В противном случае после первого алкогольного застолья, начиная с 14-20 лет, люди бы просто умирали. Но люди не умирают, и люди живут, простите. Поэтому вот эта самовосстанавливающаяся система, она может когда-то выдержать немножко канцерогенной картошки фри. Она может выдержать немножечко больше жира, чем положено. Но это в крайнем случае, и все строго дозировано, потому что все есть яд и все есть польза. А можно вопрос вот задать? Где можно найти этот стопор, что вот мне достаточно вот этой порции, этого объема еды, мне на сегодняшний день, в данный момент достаточно? Вот как человек должен осознать этот барьер, скажем так, через который перешагивать нельзя? Красную линию, как говорит Обама. Это на самом деле очень сложная вот эта точка, вот с которой начинается болезнь, да, то есть точка восприятия того, что то, что я делаю дальше, оно меня разрушает. Потому что это опять должно быть заложено с детства. И нам сейчас надо положить очень много сил для того, чтобы в детях воспитать вот эту культуру питания и тех определенных инновативов, что является пользой для твоего красивого растущего тела, а что является отравляющим твое тело. А я бы сейчас... Это... Да, я бы сейчас калькулятор всем дарил, но не с цифрами, а с цифрами, с иллюстрациями о том, сколько ты тратишь, сколько ты просто в трубу выкидываешь денег, которые не только тебе не приносят пользы, но и вредят. У нас на связи есть Владимир, а с вами, Елена, мы прощаемся. Спасибо вам спасибо за очень большое. Интересные вещи, события, комментарии, информацию. Напомню, что на связи
была Елена Морозова. Это директор, генеральный директор клиники похудения Елены Морозовой. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот, знаете, это проблема большая, вот, которую вы затронули сегодня в рамках передачи в одной. Вы не выработаете панацею, будем говорить так, от всего этого дела. Но вкратце хочу сказать следующее. Значит, смотрите, надо системно посмотреть на проблему. Значит, первое, это здоровье пациента. Пациент должен быть здоров. Значит, что лежит между здоровьем пациента и причиной? Значит, обращайтесь к врачу. Врач в связи с низкой квалификацией ставит неверный диагноз. В результате выписывают вам не совсем те лекарства, которые нужны, поэтому вы идете в аптеку, они вам не помогают. Тогда вы начинаете по знакомым, по провизорам интересоваться, что из вас может вылечить. Вот, и вам начинают советовать. А вы вот это, так сказать, сегодня осудили. А знаете, почему врач может... Я не закончил, алло. Да, Владимир. Значит, теперь смотрите, какая ситуация. Значит, что... Как можно прерывать вот эту порочную практику? Значит, во-первых, на Западе там врачи имеют, так сказать, будем говорить, степени разные, квалификации. Лицензия не у нас вот тоже. Как токарь универсал там какой-нибудь, понятно, третьего да, разряда, четвертого или восьмого и так далее. Вы помните, да? Да. И ваша мысль в связи вот, с этим? А мысль такая, что нужно, значит, элементарные вещи. Нужно, во-первых, заставить Минздрав работать как положено чиновникам. Ну, они здесь... должны вот это ввести. Да. Значит, ввести, значит, Владимир, категории у нас есть, и категории эти подтверждаются, несмотря на то, что уже 2013 год, уже несколько лет, десятилетий, как сменилась советская система, тем не менее, категории врачей подтверждаются каждые несколько лет. Очень консервативная эта публика врачей. Какие-то реформы сейчас реализовывать на этом контингенте крайне сложно. Да, спасибо вам, Владимир. Но с 2016 года врачи России будут работать в режиме персональной ответственности за те диагнозы, за те назначения, которые они реализуют. То есть сегодня врач не несет никакой ответственности ни уголовной, ни административной за здоровье пациента. Я а с 2016 года будет персональное лицензирование врачей. Драг-дилером врач уже не будет. Персонально отвечать за свою деятельность. За все свои назначения, за все свои рецепты. Мы же говорим о том, что даже если он направляет тебя к врачу и в аптеку, где препарат нужный тебе, он будет нести ответственность за то, что он не дал тебе вариант, что есть такой же по эффективности препарат, но дешевле. Ну, и вот если будет система лекарственного страхования, то есть когда врач выписывает в рамках того, что положено выписывать, тогда проблемы вот этих вот драг-дилеров не будет, потому что врач будет действовать строго в рамках тех стандартов, которые зафиксированы медицинским сообществом, страховым сообществом и контролирующей организацией в лице Минздрава России. Вот, кстати, вот в связи с этим богатых, дорогих и недорогих лекарств, аналогов. Вот начну с сенсации. Ну, кстати, да, Давид, я присоединяюсь к вам, что нужно в любом случае консультироваться с врачом, и в любом случае нужно принимать решение, исходя из его советов. Но вот есть сенсация. Некий препарат под названием Актовегин, его используют при лечении нарушений головного мозга, он стоит 1700 рублей. 1700 рублей. Но на самом деле он ничего не должен стоить, потому что он ни на что не влияет. И вот есть плацебо, пустышка, которая тоже ничего не стоит. И ее можно с таким же успехом назначать. Надо сказать, что у нас на рынке лекарственных препаратов очень много мусора. 40%, 40% лекарств, даже имеющих статус рецептурных, они ни от чего. Мы прервемся на некоторое время на блок новостей и в последнюю четверть часа продолжим. В студии Александр Кашапов. Здравствуйте. Гость нашей студии, директор некоммерческого партнерства Центр социальной экономики Давид Мелик-Гусейнов. Наш телефон 6510-99,6, ну и сайт .finam.fm. Продолжаем говорить о дженериках. Это доступные заменители дорогих или, по-другому скажем, широко рекламируемых препаратов. Мы в предыдущей четверти рассказали об Актовегине, который стоит 1700 рублей, а польза его нулевая, никакая. То есть пациент, покупая, отдавая такие, можно сказать, для препарата бешеные деньги, он получает пустышку, но уверяет себя тем, что вот такой дорогой препарат ему поможет. Еще один препарат, который я хотел бы вам порекомендовать взамен тех, что вам, возможно, рекомендуют врачи, это Бепантен, который стоит 230 рублей. На самом деле есть препарат под названием Декс
пантенол. Он стоит 83 рубля. Вес один и тот же. Естественно, это мази против ожогов, в частности. Лично я ее себе выписывал, когда восстанавливался после татуировки. Вот, да. Ну, в общем, такая вот очень хорошая действующая мазь. Разница 230 рублей и 83 рубля. Делайте сами, какая разница, стоит ли вам экономить на этом. Но на чем стоит экономить, так это на следующем препарате под названием Эрсефурил. Его назначают врачи, либо провизоры при пищевой токсикоинфекции или отравлении, но он стоит 400 рублей, или почти 400 рублей. Но есть аналог, который называется фуразолидон, и он стоит, внимание, 3 рубля. Представляете, разница в 100 раз. Занимательная фармакология, но этому есть объяснение. Это первое объяснение, конечно же, маркетинг. В каждом препарате есть интересы его компании-производящей. А есть еще моменты, связанные с теми стандартами качества, которые предъявляет компания при производстве того или иного препарата. Вот я здесь не соглашусь с вами кардинально. Я считаю, лично моя точка зрения, я не лоббист фармацевтической индустрии, я не работаю в фармкомпании. Тем не менее, я считаю, что лекарство должно стоить дорого. Только дорогой препарат позволяет обеспечить качество его производства, это раз. Б. Дорогие препараты позволяют фармкомпании запускать к производству новые молекулы, внедрять новые технологии, выпускать новые лекарственные препараты от тех болезней, которые сегодня еще неизлечимы. Поэтому, да, государство должно контролировать стоимость препарата, но стоимость препарата — это не вопрос потребителя. Это мы опять возвращаемся к теме, что мы не должны платить за лекарства. За нас должно платить государство. Во всем мире эта система работает таким образом. Пациент оплачивает там раз в год страховку, и дальше и услуги медицинские, и лекарственные препараты ему предоставляются в рамках этой страховки бесплатно. Поэтому вот сейчас мы сравниваем цены, но давайте сравним качество, давайте сравним эффективность. Эти понятия пока вот в вашем сравнении не представлены. Есть такая очень молодая наука, кстати, я являюсь доцентом кафедры фармакоэкономики Первого Московского медицинского университета имени Сеченова. Так вот, фармакоэкономика — наука, которая с точки зрения фармакологии, экономики, качества, эффективности оценивает тот или иной препарат и насколько он будет экономически эффективнее смотреться в системе оказания медицинских услуг. В России эта наука молодая. К сожалению, чиновники пока к нашим результатам наших исследований прислушиваются, но постольку-поскольку, а во всем мире это первая наука, либо экономика здравоохранения, либо фармакоэкономика, которая открывает путь новой технологии, новому препарату, встраивает этот препарат, эту технологию в систему оказания медицинских услуг. Ну, есть такие кредитные калькуляторы, где мы вносим в него, я имею в виду приложение, интернет, где мы вносим туда... То же самое у нас есть калькуляторы, где мы вносим препарат, встраиваем его в систему, смотрим... Возраст, как... вес... Конечно, обязательно. Вот этими технологиями пока наше медицинское сообщество не пользуется активно. И зря. Вот в связи с этим еще хотелось бы сказать, вернуться к теме нашего разговора, режим дня, не лениться соблюдать свой режим дня и не лениться изучать. И еще важный момент — это комплаентность, скажем, правильное использование лекарств. То есть если назначил врач пить там 3 раза в день до еды, нужно так и принимать. 5 дней, значит, 5 дней нужно принимать. У нас пациент... С запасом. Ладно, с запасом, это в меньшей степени. А когда он только почувствует какой-то эффект, и он бросает терапию, а если он пьет антибиотики, а если он пьет какие-то другие серьезные препараты, и болезнь опять начинается уже с более серьезными последствиями. Поэтому комплаентность, приверженность лечению — это тоже очень большая проблема. В любом случае, это опять же приведет к тому, что мы сэкономим, мы не будем тратить большие деньги на долечивание, на побочные всевозможные эффекты, на большие необоснованные лекарства, не будем кормить вот эту вот череду посредников, которые почему-то нас направляют именно в те или иные аптеки, хотя то же самое можно было найти в другой. То есть вот это все сопоставить нам помогает нам экономить, это поможет нам уже в нашей общественной жизни, которая выходит, возможно, даже за грань здоровья, то есть, опять же, у трудоустройства на работу, конечно, в глаза нам может работодатель не сказать, что, ой, извините, мы тучного не возьмем. Он
придумает другой вопрос, точнее, придумает другую причину, почему не хочет брать тучного человека на работу. Мы вам позвоним. Либо больному, да. Либо скажет, вот вы знаете, у нас вакансия неожиданно закрылась, пришел с отпуска другой человек, он сказал, что, оказывается, вот он не увольнялся. Ну, то есть, вот здоровый человек — это конкурентный человек. Это звучит гордо. Это платежеспособный человек, это перспективный человек. Экономный человек — нельзя стыдиться того, что ты экономишь. Здоровье дешево не стоит. Его не купишь, конечно, но это не экономный здесь, человек. Здесь я хочу спасти кошельки граждан России от излишних трат. Я согласен с вами, что хорошая услуга должна стоить хорошо, но если мы говорим о том, что какая-то услуга стоит хорошо, но она при этом является излишне промоутированной, излишне разрекламированной, излишне, возможно, посоветованной авторитетными людьми, а ведь врачей, к которым мы приходим, и которые потом, как выясняется, становятся драгдилерами, они... Ну, не все так, ну давайте все-таки не сгущать краски. Ну, единицы таких врачей. Ну, подавляющее большинство, я преклоняюсь перед ними. Но это замечательные люди, профессионалы с большой буквы. Лично моя мама, ветеран труда, она терапевт, она врач. Естественно, я не могу это говорить о всех врачах, потому что у меня есть отличный пример в виде моего близкого человека. Но такие люди есть, такие люди есть. Нам пишут направление, мы идем на другой конец города, покупаем дорогой препарат, потом выясняется, что это плацебо, пустышка. Вот. И здесь, опять же, возвращаясь к вашему совету, не лениться. Не лениться узнавать, не лениться изучать и не лениться себя беречь. У нас остается буквально 5 минут. Я хотел бы посвятить следующим вещам. Как мы уже говорили, мы вам расскажем о рецепте по спасению кошельков от опустошения. Мы сейчас с Давидом обсудили, как найти грань между дженериками и дорогими лекарствами. А еще вот прямо сейчас вот выписываю вам рецепт по спасению от лишнего веса. Давид, если захочет, присоединиться. Ну, мне бы набрать бы вес. Ну, смотря какого веса, речь опять о качестве. Вот нашел чудесную картинку в интернете, так как пока у нас возможности по видео ограничены, я вам расскажу, что на этой картинке. Показаны напитки наши любимые, среди них Red Bull, Coca-Cola, Nesty и молочный коктейль McDonald's, и рядом количество сахара, которое используется при приготовлении этого напитка. Давид, вы же согласны, что это правда? Да, это что правда, что вот конечно. В 300-граммовой баночке Coca-Cola 10 кубиков сахара или 10 ложек с горкой. Да. В литровой бутылке Coca-Cola 17 ложек сахара с горкой. А Mountain Dew, тоже многими любимый напиток, литровый напиток Mountain Dew, литровая бутылка, 20 ложек сахара с горкой. Многими любимый, почитаемый, почему-то его тоже как лекарство воспринимают, якобы поднимают энергию. Студенты так вообще 100% употребляют его, этот Red Bull. В нем... Он еще и в школах продается, в автоматах быстрого питания. Срочно убрать из школ всей страны такие вещи. Это нам нужно с Онищенко как можно тщательнее работать. Онищенко плохого не посоветует. Просто он занят более глобальными вещами, и мы к нему не прислушаемся. Так вот, Red Bull 400 граммов. Нет, здесь 200 граммов. В любом случае, очень много сахара. 7 кубиков сахара, 7 ложек с горкой сахара. И наш любимый, в кавычках, молочный коктейль McDonald's, который все почему-то считают, что он абсолютно безвреден из всего того, что там предлагается. Внимание! Пол-литровая... Посуда. Стаканчик. Пол-литровый стаканчик молочного коктейля McDonald's. Пол-литра. Вмещает в себя... Та-дам! 28 ложек сахара с горкой. Хрустите на здоровье. 28. Он не, если бы хрустите, в том-то все дело, что он не хрустит. Более того, он не заметен. Он не приторно сладок. А почему? Потому что в дело вступает глютамат натрия, вкусовая добавка Е21, которая, с одной стороны, завуалирует негативный вкус, с другой стороны, вызывает позитивный вкус, и с третьей стороны она вызывает, что самое страшное для меня, и с чего, собственно, эта программа началась, зависимость. Зависимость. Наш организм, попав в тиски вот этого обмана психологического, он нас подгоняет, благодаря этой Е621, вот именно в эту точку питания, именно к этому продукту, и мы, вот знаете, как люди в ломке, пока не выпьем, не съедим, препарат или продукт, содержащий вот эту вот добавку, либо то, к чему мы привыкли, мы не успокоимся. Опять же, возвращаясь к этим стрессам. Иногда стрессы находят нас сами. Точнее, мы сами свои стрессы вызываем благодаря привыканиям к странным продуктам. У нас остается еще 2 минуты.
может быть, Давид скажет о том, что не так страшен сахар, как я его сейчас размалевал. И сахар страшен, и соль страшна, и этих продуктов нужно минимально использовать в своем рационе. Хотя они должны быть, безусловно. Никто не говорит, что они должны полностью пропасть из вашего рациона питания. Тем не менее, питание должно быть сбалансированным. Лучше всего обратиться к врачу-диетологу. Даже если вы не наблюдаете никаких проблем сейчас с вашим здоровьем, все равно обратитесь к этому специалисту. Их не так много, к сожалению, этих врачей. Особенно вот за МКАДом их и того меньше. Тем не менее, врач должен посмотреть все наследственные риски, которые у вас есть с вашим организмом. Были ли в роду больные сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, и подобрать вам правильный рацион питания. Кроме того, спорт. Сегодня можно заниматься спортом, имея совершенно разные достатки. Да можно без денег. Да можно без денег даже дома. Подтягивайся, да, какие-то упражнения бей грушу активные во дворе. Ну, спорт — это энергия, это жизнь, конечно, и нельзя ни в коем случае... Опять же, нам мешает это делать лень наша врождённая. Это с этого мы начали. Лень человека заставляет окунуться мы в это красивое кресло. По большому счету, мы сами во всем виноваты. Мы сами во всем виноваты, а вот эти вот лоббирующие фармацевтические гиганты... И они же спрос ловят. Мы проводили в прошлом году исследование и опрашивали совместно с нашими партнерами американских студентов и взрослое население, и российских. Так вот, спрашивали, что для вас здесь и сейчас важно. Там на первом месте здоровье. У нас на первом месте чемпионат мира по футболу, прибыль, ЖКХ и так далее. Здоровье — 101-я статья. Внимание. На связи с Финам-ФМ, и гостем в студии Финам-ФМ был Давид Мелик-Гусейнов.